Хип-хоп, ла-лей. Сейчас у нас смешная тема выдергивания уха. Зачем это делать, люди спрашивают, да? Ну, на самом деле улучшает слух и даже улучшает кровообращение в глазу, с той стороны, с которой мы дергаем, да? И височные боли тоже убирает. Вот рисунок уха. По сути, что мы выдергиваем? Евстахиеву трубу. Вот ушной канал. Это перепонка, и там начинаются вот косточки, да? Кстати, самые маленькие косточки, знаете, какие у человека? Это вот в ухе молоточек и стремечко. Они там по 2-3 миллиметра вообще. Ну, там улитка пошла, нам это не надо, да? Вот она, Евстахиева труба идет дальше до гайморовых пазух. Вот здесь, то есть она вот, представьте, что она идет вот там внутри, по диагонали получается, вот так вот. Значит, мы выдергиваем, соответственно, ее вот туда, по диагонали вот туда. Ну, кстати, к слову скажу, что многие говорят, там в ухе может таракан застрять или что-то еще. На самом деле это очень странно, потому что канал практически прямой. Или там вода заливается. Так это очень просто. Наклоняется, она просто вылится. То есть канал-то прямой, там на самом деле ничего такого нет. Вот, видим ушное отверстие, да? И вот туда идет, соответственно, вот туда, в гайморовым пазухам канал вот такой. Значит, нам нужно кусочек салфеточки. Сейчас я буду лучше слышать. Прием первый. За нижнюю вот эту раковину берем. Щекотно, что ли? Да. Надо туда прям плотно войти вовнутрь. Вот. Поглубже, о, поглубже. И... Щелкнуло, слышишь? Да, что-то было. То есть... Все еще около. Вот с таким доворотом тяну вот сюда. Ага. Ну, то есть по диагонали вот так. Второй вариант. Если так не получилось, да, за верхнюю раковину берем вот здесь. Надо туда произойти поглубже. Если дернете неправильно, то будет больно. Так, третий вариант. Берем за ухо, за все целиком. И своим кулаком от черепа как бы отталкиваемся. Только все фиксируйте. Держите голову. От черепа тянем, тянем и. О, тоже дернулось, да? Yeah. Вот. И на засыпку еще один вариантик. Так, приходи в себя. Uh-huh. Вот тут находится сухожилие. Мы его вот выдергиваем. Прямо за краешек уха. Такой хлесткий прием, как будто кнутом. То есть подняли вверх и в сторону туда. Вот. Ну, я иногда сам себе такое тоже могу сделать. Вот вверх и в сторону. Вверх. О. Были случаи, когда уши отрывали? Нет, такого не было никогда. Ну, бывают маленькие трещинки появляются, если у кого-то слишком сухая кожа, да? Ну, в принципе, все безопасно, на самом деле. Давайте, друзья, отработаем это друг на друге. А если вы не с нами, то вы по видео ничего не поймете. Надо быть здесь. На тренинге у Олега Алла Погудина отрабатывать все на живой натуре. Mm-hmm.